В Якутске стартовала продажа новых транспортных карт для проезда на маршрутных автобусах. Карты «Ультралайт» можно приобрести во всех терминалах и филиалах Алмаз-Эргенбанка. Она будет действительна в течение 60 дней. Тарифы, напомню, делятся по количеству поездок. Так, например, стоимость одного проезда в пакете 60 поездок составит 16 рублей. Во всех маршрутах общественного транспорта до февраля месяца установят систему электронных кондукторов. Также появятся онлайн-карты и льготные проездные билеты для школьников и студентов. Задача стоит одна, нам повысить именно сбор выручки и доходность предприятия. Из-за того, что разработали новую систему оплаты, здесь, во-первых, горожане смогут, тот, кто постоянно пользуется, дешевле, и транспортная компания за счет среднего тарифа немного повысит свою доходность, которая позволит именно своевременно и заработную плату выплачивать ГСМ и приобретать новые автобусы, которых было бы комфортно передвигаться нашим горожанам.